Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Друзья, сегодня я хочу с вами поделиться 4 бонусниками. Они все идентичные. Регистрация здесь одинакова. Значит, что он нам предлагает? Бесплатные бонусы каждые 30 минут. Значит, бесплатная бонусная игра раз в 30 минут. Никаких вложений реальных средств в этих бонусников. Даже нет вкладочки «Пополнить баланс». Все абсолютно без вложений. Партнерская программа 20%. Минимум к выводу всего 50 рублей. Мгновенно автоматическая выплата. И выплаты на платежную систему WebMoney, Payeer и Яндекс.Деньги. Значит, здесь вот как бы вот инструкция, можно почитать. Далее правила, бонус игры. В каждой игре как бы свои правила, и это все можно прочесть. Здесь идут последние 5 выплат и последние 10 бонусов. Я одну вот оставила, не регистрировалась. Хочу вам показать, как проходит регистрация. Значит, регистрация здесь простая. Пройдя по ссылочке под видео, вводим свой email адрес и пароль 2 раза. Вводим еще раз пароль. Нажимаем галочку. Так, капчи нет. Угу, надо перезагрузить. Так, где у нас регистрация? Что нажмем? Опять. Капчи нет, сейчас поставлю. А, вот есть email. Галочка. Разгадываем капчу. Во всех бонусах регистрация идентична, одинакова. Нажимаю «Готово» и выполняется ход. Далее появляется вот такое окошко. Чтобы начать игру, пожалуйста, посмотрите сайт нашего спонсора в течение 15 секунд. Поиск рекламодателя по... В общем, что-то такое. Далее на сайте рекламодателя перейдите, пожалуйста, после окончания просмотра по любой ссылке. Ну, я не переходила, это не обязательно. Просто жду. Ждем, вот идет отсчет времени. Переходить нельзя, потому что не будет зачета. Вот идет таймер. Просмотр засчитан. Я возвращаюсь. Вкладочку эту можно закрыть. Спасибо за просмотр. Нажимаю «Закрыть». И вот это наша как бы домашняя страничка. Сразу находится партнерская, друзья, ссылочка. И нажимаем, смотрите, «Играть». Это такие бонусники, друзья, в игровой форме. Можно развлечься, поиграться, да? И нам еще за это будут платить. Значит, что здесь у нас такого? Правила, бонус игры. Каждые 30 минут вам дается одна бесплатная игра. Внизу игрового поля спрятано 9 сундуков. Вот они, эти сундуки. 4 серых, 3 зеленых, 1 синий и 1 красный. С золотыми монетами. От одной монеты до 2500 штук. Игра делает. Так, дается. Так, что? Так, игр дается, суперигра с увеличением. А, каждые 100 игр появляется суперигра. И выигрыш увеличится в 10 раз. И что нам дает, значит, вот эти сундучки? Значит, одна золотая монета равна 1 копейке. Значит, 4. Так, запуталась я.
Так, сундук. Серый сундук. Одна или пять монет. Значит, одна монета – это одна копейка. Зеленый сундук – 10 или 25 монет. Синий сундук – 50, 100 или 500 монет. И красный сундук – 1000 или 2500 монет. И в суперигре количество монет увеличено в 10 раз. Это нам надо пройти 10 игр. Значит, ну давайте выберем. Так, какой-нибудь тут. Ну, что мы тут выбрали? Вот копает человечек. Я в серый сундук. Значит, вы нашли серый сундук, в котором было 5 золотых монет. Ваш выигрыш составил 5 копеек. Закрыть. Ну и все, значит. И вот идет до следующей игры. Вот такой вот отсчет времени идет. Значит, опускаюсь я чуть-чуть ниже. И обратите внимание. Здесь как бы последние 10 бонусов в режиме реального времени. Вот мой электронный адрес и как бы мой бонус. Вот. Будем надеяться, что бонусники платят. Такие прикольные. Вот, значит, следующие. Здесь я уже зарегистрировалась. Я просто войду. Значит, ввожу email и пароль. Опять разгадываю я капчу. Готово. Опять окошечко вот такое появляется. Здесь у меня уже 6 копеек. Я вчера уже поигралась немножечко. Так, давай грузить быстрее. Так, значит, просмотр. Сейчас поставлю на паузу, чтобы не затягивать. Так, рекламку я просмотрела, нажимаю закрыть, далее играть. А здесь у нас, вот у меня осталось здесь 98 игр. Значит, мы крутим колесо. Опять же, здесь вот это правило бонусной игры прочтете сами. И можно удвоить свой выигрыш, если мы нажмем на одну из этих цифр, что, ну, число, какое нам выпадет. Ну, я не буду это нажимать. Можно нажать сразу стоп. Сейчас она тормознется. И опять выигрыш. Что мне выпадет? Ждем. Сейчас колесико остановится. Давай стоп, стоп. Да. Упс. На цифру 7. Стоп. Ну, циферка 1. Кто бы сомневался. Много нам не дают. Так, сейчас покажут выигрыш. Так, что я выиграла? Я выиграла 1 копейку. Закрываю. И вот у меня на балансе стало 7 копеек. Далее следующая игра. Далее, опять же, я, друзья, авторизуюсь. Так, здесь я была. Вот, следующая, третья игра. И продолжу. Просмотрю рекламку. Так, рекламку я просмотрела. Нажимаю закрыть. Опять вкладочка «Играть». Тоже у меня здесь 98 игр. Нажимаю «Начать игру». Но, а здесь вот так, как бы тоже правила игры прочтете. На игровом поле 21 ячейка. Ну и выбираю балл какой-нибудь. По нулям. Циферка 2. Это 5 копеек. Ну еще один. 10 копеек вот у меня выиграно. Стало на балансе у меня уже 16 рублей. Так, теперь перехожу к последнему бонуснику. Также я авторизуюсь и просмотрю рекламку. Покопал. Также я в последнем бонуснике просмотрела рекламку. Нажимаю вкладочку «Играть». А здесь мы будем стрелять. Смотрите, вот и пушка. Так, и стреляем. О, как! По нулям. Осталось 4 выстрела. Ну, вот какая я мазила.
по нулям. О как. Ну все по нулям. И тоже ничего я не выиграла. Ваш выигрыш составил по нулям. Закрыть. Ну здесь у меня 20 копеек, как бы уже я вчера поигралась. И до супер игры мне осталось 96 игр. И также здесь, друзья, правила игры прочитайте. 1 балл. Вот здесь 1 балл. 1, 2. По нулям 1. 3 балла. 2, 1. Также 1 балл 1 копейка. 2 балла 5 копеек. 3 балла 10. 4, 25. Ну, тут как бы есть даже 6 баллов бывает. Как бы вот тут такие. Опять же, здесь все в режиме должно быть реального времени. Так, где моя почта? Что-то я не вижу. Давайте перезагрузим. Или уже проскочила. Здесь очень много народу играет. Не, я не вижу. Мне по нулям. Наверное, поэтому меня здесь и нет. Значит, далее что? На профиле после авторизации попадаем в профиль. Здесь вкладочка выплаты. В каждом бонуснике все идентично. Значит, Яндекс WebMoney Payer. Здесь вывод, друзья, когда мы будем выводить первый раз из проекта, то он делается впервые как бы в ручном режиме, так как мы прописываем, будем прописывать свой номер кошелька, и поэтому как бы в ручном режиме первый раз. А последующие уже выплаты будут автоматически перечисляться на наш кошелек. Здесь вкладочка «Рефералы» будут отображаться наши партнеры. Здесь вопросы и ответы, друзья, обязательно прочитайте. Вот по поводу здесь как начать играть, как вывести бонусы из игры, как приглашать рефералов. Ну, в общем, все-все-все здесь можно прочесть. Я и так уже видео здесь затянула. Кому интересно, друзья, пользуйтесь. Вот такие вот бонусники в игровой форме. Когда будет что выводить, естественно, буду делать видеообзор по выводу денежных средств. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!